Всем привет! Сегодня мы на готовом объекте, а точнее готовом перевозном объекте. Это баня-бочка на прицепе. Встречаемся с заказчиком у нашего клиента Александра. Он в прошлом году заказывал баню-бочку для коммерческих целей, как дополнительный доход. Сдает ее в аренду в Московской области. Телефоны, контакты я все оставлю. Можно брать себе на участок, да, привозить. Александр все привозит и, соответственно, баней пользоваться. Пойдемте посмотрим, что стало с баней. Баню заказывали примерно, ну, не год, может быть, чуть-чуть поменьше, осенью. Что с ней случилось снаружи? Внутри, к сожалению, Александр уже открыть ее сейчас не сможет. Он уже ушел, мы уже встретились, все обсудили. Только снаружи, да, что случилось с баней. Внутри все отлично, я зашел, только потеки смолы есть. А поехали посмотрим. Так, баня, значит, 3,5 метра, бочка. У меня был на нее видеообзор, я его, ссылку тоже прикреплю на него, чтобы можно было посмотреть, как она выглядела в изначальном варианте и как она выглядит сейчас, сравнить. Значит, по задней части бани без нареканий, в принципе, есть небольшие трещины, но это допустимое, можно так сказать, растрескивание дерева. И на торцах. На торцах это торцевое растрескивание. От этого, к сожалению, никуда не уйти. Либо надо торцевым герметиком все проходить, обрабатывать, либо смириться с этим. Никакого, как бы, ухудшения древесины, да, это не несет, не представляет из себя. Сама печь, это печь Радуга, которая в стандартных у нас комплектациях идет с наружной топкой. Внутри плохо, наверное, видно, но проблем тоже никаких нет, ничего не прогорело. То есть и еще примерно года 2-3 она при интенсивном использовании точно прослужит. Но поржавела дверца чугунная, и уже зольничек Александр подкрашивал. Флам-плита, несмотря на то, что многие говорят, что на улицу помещать ее, размочь дождем, никаких проблем, опять же, с ней нет, ни трещин, ничего, все в полном порядке. А дальше по поводу прицепа, значит, опять же, в задней части, пока мы находимся, здесь случился вот такой нюанс от веса бани. Само колесо вот это опорное не выдержало, поэтому вот такую треногу Александр приобрел и на нее устанавливает, собственно, баню. Сбоку пойдемте посмотрим. Вот здесь вообще все как новое. Ну, кстати, контакты. Кому интересно, заказывайте, не пожалеете. Баня жаркая, очень классная. Спереди все в полном порядке. Опять же, что касается двери, баня, конструкция бани самой достаточно жесткая. Дверь вообще не покосилась, не искривилась. То есть с ней ничего не случилось, не зажимает, не закусывает дверь. Это к вопросу о дверях. Потому что иногда у нас встречаются заказчики, которые говорят, что вот у нас перекосила дверь. Все зависит от того, на чем будет стоять баня. Потому что здесь она практически всегда в уровень стоит, поэтому, несмотря на внешние погодные условия, дверь никогда не косится. То есть вот год практически все в порядке. Значит, были небольшие доработки Александром сделаны, это вот крючок для того, чтобы можно было открыть дверь, зафиксировать ее. Доработки, ну, вот эти элементы Александр смазывал, чтобы было поудобнее, полегче закручивать стяжки, ну и расслаблять их, соответственно. Ну и с другой стороны, сам прицеп, платформа, все в полном порядке. Геометрия, ну, то есть веса бани полностью, он ее выдерживает, вес бани хватает для того, чтобы эту баню перевозить. Прицеп с большим запасом на эту баню, до 2 тонн, по заявлению производителя, можно грузить сюда, никаких проблем не бывает. Знаю небольшой лайфхак, то есть у Саши открыто окошко, но там, наверное, темно. То есть вот, в принципе, что из себя представляет баня внутри. Подтеки смолы, естественно, есть. Ну, вот лавочки полностью чистенькие, хорошие. Возник нюанс, который мы доработали в последующем. Вот это вот ограждение печное, оно сделано из дерева. При топке бани, значит, получилась такая история, что оно немножко подгорело, но сейчас мы с обратной стороны
Также зашиваем его фламплитой, поэтому проблем никаких с этим тоже не возникает. Общий план. В целом все отлично. Год эксплуатации, полет нормальный. Александр Бани доволен. Сейчас, общавшись с новым клиентом, дал ему свои какие-то рекомендации уже как человек, который уже эту баню эксплуатирует, какие-то нюансы, которые там нужно изначально сделать, чтобы потом уже их не касаться. Поэтому, скорее всего, у нас в ближайшем будущем появится еще одна баня на прицепе. Ну и тем, кто опять же в Московской области находится, принимает решение о покупке, можно всегда договориться приехать посмотреть эту баню, либо взять в аренду ее и, соответственно, уже протестировать ее температуру, как она держит, какая там жара, какая влажность и так далее. Все, всем удачи, пока-пока.